Югорским полицейским первыми в стране удалось поймать мошенников в замахинации с криптовалютой. Об этом сегодня рассказали следователи окружного ОМВД на пресс-конференции. Двое хакеров из Нягани взломали форум, где пользователи обменивались биткоинами. Они создали там псевдоотзывы о том, что могут конвертировать биткоины в реальные деньги. Один человек купился на уловку и отправил аферистам 10 тысяч долларов. Взамен, конечно же, не получил ничего. Поймать преступников помогли специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями. Отмечу, до этого в России подобные уголовные дела еще не возбуждали. Нашим подразделением успешно уголовное дело отрасследовано. Два этих человека привлечены к уголовной ответственности и уже осуждены судом к мере наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. При вынесении приговора было учтено то, что они активно содействовали в расследовании уголовного дела, возместили ущерб потерпевшему, признали свою вину. И это не единственное громкое дело в Югре за последнее время. В марте этого года полицейские поймали сразу несколько крупных дельцов. Жителю Сургута, например, удалось обмануть 33 человека из разных регионов страны на объявлениях о продаже автозапчастей, которые он размещал в социальной сети. Еще один мошенник из Сургута предлагал за деньги помочь избежать административного наказания. И для меня всегда был любопытен этот феномен, да, как мошенникам удается... Ну, когда это пенсионеры, когда это пожилые люди, тут, ну, в общем, в целом, может быть, понятно, действительно, они, может быть, излишне доверчивы. Но как им удается обмануть людей, которые, ну, не склонны к излишней доверчивости, это всегда удивляет.